Друзья, всех приветствую. Как у вас дела? Всех хочу поздравить с 9 мая. С Днем Победы. Спасибо нашим дедушкам и бабушкам, прадедушкам, прабабушкам за великую победу. Берут, он тут подпевает мне, комментирует. Друзья, отправился сегодня на дачу. Хочу съездить посмотреть, что там происходит. Потому что не был еще в этом сезоне. В общем, сами все увидите. А мы сейчас проезжаем наш легендарный и грандиозный мост над рекой Сысова. Вот, и сейчас немножко вам покажу сам мостик. Великолепный мост. Крымский мост просто отдыхает, друзья. Пожалуйста. Так это не прикалывай. Вот большая река. Очень широкая. Не переплыть на лодке даже. Что уж там говорить о том, чтобы ее пешком можно перейти. Вот такой вот у нас великолепный мост. Прям совсем новый. Шикарный. Это было небольшое лирическое отступление. В подпевке с Бертой. Ну а мы отправляемся. Берта у нас, да. Вот всегда так. Друзья, представляете, ехали когда в Краснодар. Краснодарский край. Вот эта песня была частенько. Да. Это Берта всем привет передает подписчикам, всем друзьям нашим. Да. Да, молодец. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Все, друзья, приехали. Тут у нас такая раздолбыш полный. Сейчас покажу вам все. Так что как-то так. Тут все на стадии строительства такого идет. Бертуха вот уже все здесь. Вон забор, посмотрите, какой у нас классный. После зимы все развалилось. Но его менять в любом случае. Тут просто я сломал его. Заезжали КамАЗы, завозили песка. Бертуха вон Евгеньевна. На прогулочке тут ходит. Тут можно без поводка, без ничего абсолютно. Сейчас только закрою. Травку девочка нашла. Травку, молодец. Это классно, слушайте. Друзья, вот такая вот у меня баня-дом. Ее вот стадия строительства. Надеюсь, в этом году мы ее закончим. С Божьей помощью. Вот как-то так. Вот это старый дом. Ну, его я планирую разобрать. Материалов у нас еще немножко осталось. Так что как-то так. Сейчас зайдем внутрь, покажу все. Вот Бертуха. Травку ням-ням делает. Ой, сколько, друзья, здесь было чудес. Сколько сил было потрачено, вы не представляете. Вот этот песок, все это, щебень завозили. Вон щебень было. Огромная гора с меня ростом. Вот две маленькие кучки остались. Все ушло. Вот цемент, вот еще вот вон цемент лежит. Перезимовал. Я думаю, уже до свидания цементу. Хотя посмотрим. Технониколь. Рулон. Очень хорошая вещь. Надо спрятать его, занести. Вот забор у нас такой шикарный. Берт, пойдем. Ошейник. Оксаны Николаевны. Вот наши подписчицы хороший ошейничек сегодня одели. Как вам, друзья? Сегодня у нее плащевка у Берты, чтобы она не запачкала пузот свой. Как у меня старший сын говорит пузот. Теперь уже стоял, так же стал младше говорить. Вот. Как Берте, друзья, хорошо тут на даче. На свежий воздух. Иди сюда, девочка, иди, иди. Лапку тебе поправить? Сейчас поправлю. Сейчас поправлю лапку. Женя. Там все хорошо, давай, пойдем. Опа, помогу тебе пройти. Все, пошли. Пошли. Да, Бертух, как хорошо тут девочки, да? Гуляют на просторно, хотя бы можно
побегай где хочет. Да, девочка. Друзья, решил опустить чуть-чуть уберты, этот колеса чуть пониже сделать, потому что уж очень-то как-то, мне кажется, высоко. Берти, просто неправильное у него положение, сложно и бегать, так скажем. Может быть, сейчас опущу чуть-чуть, поэкспериментируем, может быть, будет получше. Сейчас осталось подзатянуть. Использую подручные средства, пассатижи. Ничего больше здесь нет. Сейчас Стой. Все. Затянул. Сейчас посмотрим, как это будет. Берток хвоста туда опусти. Что там? А? Пошли. Бертонь, пойдем. Берт, смотри, что здесь есть. Берт, Берта, Берт. Друзья, как памятник встало. Иди сюда. Что здесь? Это что здесь такое? Ну иди сюда, Бертонь. Берточка. Пошли. А кто мне лазер, что здесь? Зеленый паучок. Смотри, что здесь. О, смотри, друзья. Все. Смотри, что здесь. Вот здесь раздолье будет гулять, девчонки. Все это, правда, надо почистить, конечно. Все убрать. И будет кайфурики. Да, Берт? Я тоже пометила территорию. Все сделала, все свои дела. Берта уже большая, молодец. Друзья. А я пока тем временем проникну в дом. Проникну в дом, посмотрю. Уже подзабыл, что тут есть. Не знаю, как сейчас будет. Ох, видно меня. Надеюсь, хорошо. Это коридор будет. Там будет баня. Ага. Вот так, друзья, меня вот отвлекли соседи, надо было отъехать, машину убрать. А Берта тем временем у нас лежит, как помните, тогда на пляже? Вот так же. Ну, вставай. Молодец. Все. Сейчас покажу вам быстренько дом. Так, 5 секунд буквально. И мы, наверное, будем собираться, уже поедем в сторону города. Так что вот так вот еще раз. Ох, как тут плохо видно. Да, друзья, сейчас попробую включить освещение. Если получится, вот. Вот так-то получится. Это у нас коридорчик, в общем. Вот тут будет баня. Туалет, баня вот там вот. А здесь, получается, вход уже в жилое помещение. Здесь будет комната. Большая, просторная. Комната, там еще мансардный этаж будет. Такой нехилый должен получиться. И вот здесь будет еще один сделан проруб. И еще одна дверь. Тут две комнатки будет. Это будет спальня у пацанов. Я думаю, здесь так решим. Вот. Как-то так, друзья. Так что вот так вот. А мы, в общем, Hyundai. Ни в коем случае не реклама. Ох, тут. Главное не упасть нигде. Окна мы тут уже с Максом поставили. Все, друзья. Всех посадил в машину. Сейчас закрою дом. Все, закрою. Коляску только надо еще забрать. Заберу Бертину колесницу. И отправимся в сторону дома. Навестили дачу в этом году. Посмотрели, как тут, что тут. Сколько вспомнили. Весь объем работы, который был проделан, который надо еще будет проделать. Берта немножко выгулялась. А мы будем заканчивать на этой ноте. Всем пока, друзья. Еще раз всех с 9 мая, с праздником. Всего вам хорошего. Всех обнял. Всем пока. Любите собак, друзья.